Арбуза. Ядрить, колотить, как меня башка болит. Кто помнит, что вчера было вообще? Точно! Это же, как его, помните, этот бомжа... Помедленнее, черт, башка раскалывается слишком... Так, точно, я вчера наплевал на все, пошел бухать этим бомжаром, потом, когда я пришел, он... В небо улетел, ёпте. Так, где моя... А вот тут... А, вот она. Да, собака. Нихуя! Улетел в небо! Или я перебухал, у меня белочка была, или... Этом... Сраном жопосранске. Магия они какие-то... Живут, и... Непонятно, пришельцы такая, ладно, неважно. Знаете что? Манал я опять же по-саранско, сегодня я ничего делать не буду, сегодня я пойду отдыхать. Я все, мне хватит этих причуд каких-то жопосранских, просто хватит. Я закроюсь дома и не буду никуда выходить. Просто посвящу весь день себе любимому, так. Что можно дома поделать? А, чего? Да ладно, да ты что, издеваешься, да? Есть до сих пор тот, кто не знает, кто я такой. Последний раз, ёпты, говорю. Эдуардо Верциано! Лучший детектив на этой планете, если ты не знал. Лучший детектив на этой планете. Слушайте, какая, ёпки, вкусная сигара в этой серии. Вот что я вспомнил. Сегодня я выяснил твой самый главный, страшный секрет, который у тебя только есть. Тот секрет, который ты никому не хочешь рассказывать. Я знаю то, что он у тебя есть. Вспомни. Самая зашкварная твоя ситуация. Самая стыдная ситуация, за которую тебе до сих пор стыдно. Который ты опозорился. Вспомни. Вспомнил? Я знаю то, что она у тебя есть. А теперь посмотри сюда. Я ее вчера выяснил про тебя. И записал сюда, в свой ёпты дневник. Вот она тут у меня. Я знаю про тебя все, и это самая твоя зашкварная ситуация. У меня она тут есть. Нет, я тебе не буду говорить. Ты что думаешь, Эдуардо Верциано настолько дебил, чтобы все свои козыри раскрывать, все свои джокеры в рукавах? Не. Сделаем так, Юн. Ты ставишь лайк прямо сейчас на эту серию. А я обещаю то, что я никому не рассказываю твой секрет. А вот если ты сейчас не поставишь лайк, то я расскажу этот секрет всем. Маме, бате, всем твоим одноклассникам. Всем просто расскажу. Поэтому ставь лайк прямо сейчас. Не поставишь? Жопа тебе. В общем, чем бы Эдуардо Верциано заняться в этой серии, я не представляю. Что у меня тут? Я из дома сегодня не выйду, ёпты. Я ремонт. В принципе, можно и ремонт сделать, да. Я из дома сегодня никуда не выйду. Вообще никуда не выйду. Я даже посранк. Все, хватит мне на сегодня приключений. Так, хорошо. Это, сделаем вот так, будем мебелью оснащать весь наш дом, расставлять везде мебель. Зашибись, кстати. Точно! Я вспомнил. Кто не знал? У Эдуардо Верциано есть Инстаграм. Я, кстати, туда фоточки давно... Хотя нет, я вот недавно залил туда фоточку. Но вот вы можете смотреть, да? Есть у меня тут одна фоточка новая, есть вторая фоточка новая. Но Эдуардо Верциано так кажется, что у него слишком мало фоточек выходит. Поэтому мне кажется, то, что нужно сделать фотосессию небольшую. Вот, да.
Давайте мы с вами сделаем фотосессию. Сегодня у нас разгрузочный ёптый день. Сегодня я никуда не буду выходить, я буду просто сидеть дома и ни хрена не делать. Фотосессия, чтобы новые фоточки в Инстаграм запилить. Вот. Кстати, кто не знает, то ссылочка на Инстаграм есть в описании. Или вот на экране вы также видите мой ник. Заходите, подписывайтесь на Эдуарда Персиану. Ты смотри мне, ёпты. Если сейчас на мой Инстаграм не подпишешься, я секрет твой всем расскажу. А тебе же не лень подписаться. И, кстати, я так подумал, то, что 5 человек рандомных, кто сегодня на меня подпишется и пролайкает мои фоточки, тому Эдуарду Перетьяну сделает сигны. Сигны. Не от Эдисона, а какого-то там дебила вот этого. Вот. А вот Эдуарда Перетьяну. Именно Эдуарду Перетьяну. 5 человек, которые подпишутся на Инстаграм, получат у меня сигны. Поэтому подписывайся прямо сейчас, иначе секрет всем расскажу, а так хотя бы сигны получишь. В общем, слушайте, ёпта, смотрите, что мне надо, сигары у меня есть. Кто хочет? Охрененная, ёпта, сигара. Потому что там химии много. Крабовая сигара называется, да? Вот. Но краба тут, конечно, зиро, зиро, ноль, ноль краба, нет, тут краба нет, тут сплошная химия. Но это вкусно, ёпта. Вот, кстати, фотосессия, мне нужна фотосессия. Нужно заказать камеру. Давайте мы присядем. Вот, присядем вот сюда на стул и давайте закажем камеру. Нужно купить камеру. Бабки у меня есть, 38 баксов, нормально. Давайте закажем камеру. Какую бы камеру заказать, чтобы нормальные селфухи получились бы. Вот это и вот это. Заказал, зашибись. Ждем, пока камера придет. Надеюсь, что скоро. Давайте подождем. Сейчас будет, ёпты, камера на ней, уже ли камера пришла? Так, бабки, сколько там моя? Вроде 10 баксов, да, она стоила? 6, 7, 8, 9, 10, забирайте. Ядрить, колотить, а! Слушайте, я в шоке, ёпты. Что еще можно сказать? Это можно постараться, чтобы только одни дебилы. Вот смотрите, заказал камеру через сайт. Что тут внутри вообще? Камера. Вот камера у меня в руках. Заказал камеру. Камеру мне принесли. А бабки никто не забирает. Мне просто бесплатно только что подогнали камеру, ёпты. Вдумайтесь просто в это. Заранее же посрать. Зачем я сюда вообще переехал? Ладно, смотри, камеру мне я не буду возникать. Я тут как бы уже не первый день живу. Так, куда будильник это поставил? Давайте сюда поставим, нормально. Так, смотри, камера у меня есть. Ладно, мне кажется, нужно идти мудить селфухи. Селфухи, чтобы заливать в свой Инстаграм, на который ты сейчас подпишешься. Ладно, о, кстати, так, камера. А, вот она, да, вот она камера. Жопа, пошли, ёпты! Ой, плюнул на тебя храповой сигаретой. Собака. Ну что, ёпты, пойдемте фотосессию делать. Пойдем. Фотосессия, ёпта, фотосессия. Так. Эти фоточки все будут в Инстаграме, ёпта, понимаете? Теперь надо заходить в Инстаграм, подписываться. Фотосессия. Так. Я никогда в жизни на фотосессии не был. Нормально. Еще одна тайна фотосессия. Может, типа я такой вот это. Нормально. Еще фотосессия, понимаете? А может, я типа такой, ёпты, музыкант?
Ну давайте. Нормально. А что еще можно сделать? Что еще можно сделать? Последнюю фоточку мне ее нужно делать. А какую? Ну хотя бы еще последнюю. Ну, что можно сделать? О! Смотрите. Ёпты. У меня тут что-то есть. Вот. Вот так. Это для всех мадам, сеньорит, мадмуазель и девушек, которые меня сейчас смотрят. Это все бар. Замечательно просто, просто замечательно. Слушайте, а фотосессия просто даже удовольствие, 100%. Фоточки мне нравятся, вот именно вот это. Ладно. Потом были обратно, нормально такая форма. Да, пошли, пошли. Ой, какая крутая фотосессия получилась. Почему крабовые вот эти сигареты до сих пор у меня везде валяются? Какая крутая фотосессия получилась. Ладно, мне кажется, нужно посмотреть фоточки. Где у нас там несколько, конечно, несколько фоточек получилось. Не все, конечно, крутые. Давайте посмотрим. Так, подождите. Так, первая фоточка. Ну, в принципе, неплохо. А чё там циферка какая-то нарисована? Один. Вы тоже это видите? Один. Чё за хрень? Я никакие циферки не рисовал. А, ну, так хорошо, следующая фотка. Ну, тут неплохая, тоже неплохая фотка. Мне нравится, на самом деле. Такой сексуальный такой два версия. Циферка 3 нарис... Вы это тоже, ёпты? Так, не понимаю. На первой фотографии была какая-то циферка 1, на второй циферка 3. Я ничего не делал, ёпты. Я просто фоткал за счет за магию, мне Хогвартса. Так, хорошо, третья фотка. Прикольная, кстати, ёпты. Прикольная фотка. Еще одна циферка 3 нарисована. 1-3-3. Чё это? Кто мне что-то хочет сказать? А следующая фотка? Прикольная, ёпта. 7-1-3-3-7. Эти фоточки будут залиты в Инстаграм, так что ты сам можешь зайти и посмотреть, или сама, что там такое будет. Потому что я не видел эту цепь. Зайди в Инстаграм и подпишись, и посмотри, потому что я не знаю, что это за хрень творится. Ой. Слушайте, это какой-то проклятый, ёпты, дом. Я ничего не делал, я ничего не делал. И как на фото случайно появляются циферки какие-то. Циферки откуда там циферки появляются вообще? Может, это то привидение, о котором бомж говорил? Привидение мне хочет что-то сказать. Циферки, смотрите. 1, 3, 3, 7. Это какой-то код, четырехзначный код. А что это может значить? Что у меня в этом доме открывается с помощью кода какого-то? Думайте, что открывается у меня дома с помощью кода, потому что мне привидение захотело код сказать какой-то. Оно проявило циферки вот это на моих снимках, на моих фотографиях. 1337. Что? Шкаф открывает? Нет, шкаф не открывается с помощью кода. Что у меня дома открывается с помощью кода? Может, там какие-то сокровища будут, или какая-то полезная информация, или коды для запуска ядерных ракет, допустим. Что у меня дома открывается с помощью кода? Так, почти я опять весь стол оплевал этими крабовыми сигаретами. Из рта вылетают. Холодильник у меня не открывается с помощью кода. Что у меня дома открывается с помощью кода? Что? Может, в секретном проходе у меня что-то открывается? С помощью кода-то... Нет, тут все нормально. Тут тоже все нормально.
Сундук! Который я с первой серии не могу открыть, потому что я не знаю код для него. 1337. Что же там в этом сундуке такое может быть? Вы пока подписывайтесь на Инстаграм, а мы сейчас посмотрим. Там сокровища 100%. Давайте, хорошо. 1 3 3 7. Охренеть, что это?